Ребята, всем привет! Вы на канале Смешные и Пушистые. И в этом ролике мы с вами будем делать очень полезную вещь. У нас с клеткой что? Вот такое колесико. Но мне написали мои подписчики, что это колесико очень опасно для хомячков. И я, в принципе, раньше слышала, что вот в эти отверстия лапки попадают хомяка, и хомячок может даже сломать лапку. Когда быстро бежит, он просто не успевает переставлять. Я долго думала, что сделать с этим колесом, чем его заклеить. Если бы это была бумага, хомяк, скорее всего, ее быстро бы сгрыз. Картон тоже хомяки очень быстро грызут. И думала я, и придумала использовать вот такой силикон. Этот силикон я покупала на кухонный стол. То есть он является пищевым, он не пахнет. Поэтому я думаю, что его можно использовать вот в таком колесе. Есть еще силиконы такие, они не пищевые, у них такой резкий химический запах. Его я и не стала использовать, он у меня тоже есть. Он у меня лежал 3 дня, я думала, он проветрится, я его и мыла, и чистила, но нет, запах не уходит, то есть он не подходит. А совсем про него забыла и случайно нашла его в кладовой и решила, что точно, вот можно его так использовать. Сначала хотела я проклеить изнутри это колесико с помощью пистолета клеевого, но тоже побоялась присутствия этого клея, да, вдруг хомяки начнут грызть. И что я тогда придумала? Я вырезала вот такую узенькую полосочку по ширине моего колеса и просто вставляю вот между вот этими отверстиями силикон, и все. Сейчас я вам покажу, как я это делаю. Часть колеса я уже закрыла. Конечно же, ролик не снимала и вспомнила, когда уже половину сделала. Думаю, нужно же вам показать. Итак, смотрите. Вот так. Через одно деление я продеваю силиконовую вот эту скатерть, или как она правильно называется, силиконовую полоску. Продевается силикон очень легко, главное вот здесь по размеру отрезать, и все, и проблем потом нет. В конце у меня остался вот такой хвостик, я его даже, наверное, обрезать не буду, просто вот так заправлю, и он никуда не денется. Сейчас еще вот здесь проденешь, да? Так, ну что тогда, оставить этот хвостик, вытащить второй, просто оставлю вот так эти хвостики, сейчас обрежу. Я думаю, что все нормально будет. С этой стороны тоже можно. Сейчас я ножнички возьму. Вот такое колесо получилось. Со стороны кажется, что здесь совершенно ничего нет. Правильно? Угу. Так, ну что, Даши, отправляем колесико к хомячкам и посмотрим, оценят ли они наши старания или нет. Да. Так, я хочу повесить примерно вот сюда. Повесили колесико. Легко крутится. Посмотрим, хомячкам понравится или нет. Этого хомячка зовут Гин. Ну, что-то пока хомячки не сильно рады колесу. Может, потому что они к нему еще не привыкли. Все-таки мы колесо убрали почти сразу. Но я думаю, что через пару дней они привыкнут к нему и будут бегать.